Ирина Киндеева первый раз прыгнула с парашютом в 16 лет и влюбилась в этот вид спорта. Сейчас ей 34. За это время девушка совершила 780 прыжков. Участвовала в разных соревнованиях по парашютному спорту. Рассказывает, на самарский чемпионат приехала во второй раз. В прошлом году занять победное место не удалось, но в этот раз Ирина уверена, все получится благодаря упорным тренировкам. У нас был сбор, несколько недель был сбор. Мы прыгали, активно очень прыгали. Вот, я думаю, что мы подготовились к этим соревнованиям. Сложнее, конечно, физически готовиться, потому что прыжки довольно-таки активные, особенно на тренировках. Подъемы очень ранние. Мы могли просыпаться в 3 утра, в 3.30, вот, и ехать на прыжки. Особенно было жарко очень на тренировках, поэтому, да, тренировки были тяжелые. Чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации по парашютному спорту проводят в Самаре в 5-й раз. В этом году участвуют 8 команд, в том числе Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Ленинградского военного округа. В каждой команде 10 спортсменов, 5 мужчин и 5 женщин. Участников прежде всего ожидают желанные и желаемые прыжки, потому что все участники с удовольствием прыгают. Мы, потому что прыгаем прежде всего ради удовольствия, и уже, ну и это является нашей работой в том числе. На открытии чемпионата спортсменов приветствовал Александр Иванов, вице-президент Федерации парашютного спорта России. За свою карьеру Александр совершил 10 150 прыжков, а его команда на самарском чемпионате всегда занимала первое место. Здесь прекрасная земля, хорошее гостеприимство, отличная база. Вот, поэтому нам здесь очень нравится. Спасибо большое. Обязательно на следующий год опять приедем к вам. Соревнования будут проходить с 25 по 30 июля на аэродроме Кряж. В ходе чемпионата разыграют 44 награды и 8 кубков. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.